Первый этап благоустройства дворовых территорий успешно пройден. Руководитель муниципалитета результатом доволен, но хватку ослаблять не намерен. Каждый объект находится на личном контроле не только глав поселений, но и Андрея Иванова. Всего в этом году отремонтируют 38 дворов, 4 из них уже готовы. Учитывая опыт прошлого года, когда по некоторым поселениям было западание, мы выходили с этими работами на осень, хотелось бы вовремя зажечь красную лампочку и предпринять все силы, чтобы не допустить таких ошибок. 1 октября работы по благоустройству дворовых территорий должны быть полностью завершены. Времени достаточно, чтобы выполнить все качественно и точно в срок. Работы завершены у нас по 4 дворам. Это первый этап. У нас по плану было 4 двора, и они все завершены. Работы ведутся сейчас по 24 дворам. И проведение конкурсных аукционных процедур не требуется по 5 дворам. Комплексное благоустройство территории включает в себя установку детского и игрового комплекса, контейнерной площадки, элементов освещения, наружного стенда, лавочек, урн, а также озеленение и создание дополнительных парковочных мест. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».